Приветствую всех. В свое время смотрел обзор на Elden Ring, и там обзорщик сокрушался, почему нельзя покупать кузнечные камни. Так вот, покупать кузнечные камни можно. Но для получения такой возможности необходимо добывать определенные предметы. Сферы, расширяющие ассортимент торговки, крепости круглого стола. Первую сферу, дающую доступ к камням первого и второго уровня, можно получить в локации Кристальный тоннель Рай Лукарии. Это данж на берегу Большого озера в Лиурнии. Найти его можно, двигаясь на северо-восток от Академии. В этом же районе бродит ковчег, а также к нему провожает призрак от светящегося торшера. Данж представляет из себя довольно глубокую шахту, населенную работниками, магами-надзирателями и еще какими-то многорукими тварями. На дне данжа засел босс, за убийство которого и дается сфера. Босс довольно подвижный и наносит ощутимый урон, однако имеет относительно небольшой запас здоровья. Есть одна деталь. Благодать в данже всего одна, и та на входе, а перед боссом отсутствует клин Марики. Я убил босса с первого раза, но могу предположить, что при поражении, для повторной попытки, шахту придется пробегать полностью, что довольно напряжно. Получив сферу, ее необходимо доставить торговке в башню круглого стола. После этого в ее ассортименте появятся камни. При учете их стоимости, прокачать оружие с нуля до плюс 6 обойдется примерно в 29 тысяч рун. Сферы для камней более высокого уровня добываются аналогичным образом. Где их найти, подскажет база знаний. Чтобы попасть на нужную страничку Вики, можно пройти по ссылке в описании этого видео. На данной странице представлено множество сфер, и для каждой из них есть ссылка на расположение. А на этом у меня все. Всем приятной игры и до новых видео.